Здравствуйте. У мира не меньше побед, чем у войны, но куда меньше памятников. Вот об этом сегодня в программе «Соседи» и наши гости Иван Сучков и Анатолий Устинов, заслуженные артисты России. И мы говорим о том, что 20 января в Театре драмы имени Достоевского пройдет премьера спектакля «И воздастся вам», приуроченная к 75-летию Нюрнбергского процесса. Насколько я понимаю, это первая постановка чуть ли не в России, посвященная вот этому важнейшему событию Второй мировой войны. Да? Кого вы играете, Иван Васильевич? Генерал разведки Филин – это герой как бы настоящий. Действительно существовал такой человек. Вот. В чем любопытно вот мне как актеру было столкнуться с этой работой? Тот текст, который вот существует, и, кстати, написал ведь его тоже разведчик, он работал, Звягинцев, он же работал. Mm-hmm. Да, конечно, он там был, в органах. Там. А в какой разведке? ГРУ, ну, это СМЕРШ? Это уже после, он моложе, он наш ровесник где-то. Поэтому, тогда понятно. Да, и он сейчас собирает материал, он мало о себе говорил, но мы, может, еще познакомимся, он приезжал к нам. Вот. И как раз, что, в чем интерес, там есть, конечно, интрига любовная между разведчиком, тоже которого я вербую, наш парень, служивый, тоже из разведки. Это все 45-й год? Да. Это, значит, из разведки. И чтобы он работал там, помогал как бы мне в моих там делах, как генералу, как он подчиненный. Вот. Тем более, что он знает, молодой человек, достаточно персонаж славен, знает хорошо немецкий язык, и не только немецкий, он знает переводы. Так что интересно было, как актеру-то сыграть? Как актеру там, видите, в чем? Процесс вербовки, вот я думал, или... Нет, да, но там он немножко влюбился и зашивается в этом плане. И для разведчика категорически то, что я его и пытаюсь вправить в мозги, конечно. И потом, это же сразу, вот это СМЕРШ знаменитый и все прочие, и там сыграют на этом тут же. И все а вы кого играете? Мой персонаж вот единственный, который не совсем реален. Он очень мистический персонаж. Это собирательный образ философов. Немецких? Немецких. От Канта до Гегеля? Да. Так. Да. В чем вообще интерес этого персонажа? Я все спрашивал режиссера, как он вот... Ну, скажем так, одним словом, это идеолог нацизма. А-а-а. То, откуда нацизм вырос. Некий Розенберг такой, да? Вот, я его и спрашивал. Это какой больше персонаж? Такой упертый фанатик? Простите, а действие происходит во время процесса, до или после? Во время. Во время. Во время. И то есть он на скамье подсудимых или нет? Нет. Нет, нет. В том-то и дело. Вот этот молодой парень, о котором шла речь, влюбленный, он узнал, что в Нюрнберге живет такой Гланц, философ, так, который писал книжки. А так он и не военный даже? Нет, нет, это философ. Ах, вон чем. Да. Так. И назначил с ним встречу. И вот там происходит очень интересный разговор. И что мне стало, было очень интересно вот в этом персонаже, он нормальный человек. Во время войны 14-го года он увидел весь ужас, творящийся вокруг, и он мысленно вернулся в сказочные те средневековые времена, рыцарей, то есть вот книжный человек. И вот это вот рыцарство, благородные женщины, священники, весь этот мир прекрасный, он хотел всех других людей заразить этим прекрасным миром. Тевтонского ордена. Да, да. Совершенного человека, чтобы воспитать в себе. То есть идеи прекрасные, великолепные. Единственная червоточинка. Он понял, что истинными носителями этого мира является древняя арийская раса. Не понял, а предположил. Ну, или он как бы захотел так думать. Это его открытие. Да. Он посчитал, что оно так... Нет проблем. Вот. Ученые могут думать все, что угодно, только не бери винтовку в руки и не убивай людей. При этом он сказал, что вот арийцы и должны возрождать этот мир, а все остальные
которые этот мир разрушали, которые в 14 году убивали друг друга, вот эти озверевшие носители злого начала, они должны быть уничтожены. Вот она, червоточина. За прекрасный мир, а все привело... Вот. Хорошо, вот тут образ вырисовался. Ваш филин, ваш генерал, да. Он противостоит ментально или он противостоит с драматургически, сюжетно? Здесь, во-первых, это личность филин. Мало того, что он сделал операцию, разработал про доставку Паулюса в Германию. Да. Это была секретная разработка именно... Филины. Так его арестовали, да доставили. Какая хочу проблема? Уточнить. Это территория американцев, да, Нюрнберг. Да, да, ну, да, на территории. И это все это, почему здесь малейшее. У меня есть хороший текст, когда я молодому говорю, значит, лейтенанту, что контролируй каждое слово, каждый свой поступок в Нюрнберге. То есть сразу, ну, найдут подход. Там, все разведки да. мира. Все, да, все. Там невозможно было. Не трудно подумать. Так вот еще в чем сложность, допустим, филина. Ну, мало того, что молодой человек, который не понимает, зачем нужен Нюрнбергский процесс, зачем немцев, как говорил там Рузвельт, кастрировать там немцев надо, а этих вообще всех на месте... Ну, вряд ли Рузвельт это говорил, ну, и вряд ли... Есть да, текст, да, нет, да, это есть, действительно есть. Есть... Нет, но это в устах политика. В одном, нет, это в одном это... где-то в разговоре, как бы, может быть, так сказать. И всех перебить да. это тоже. Да. Они нет, же от ковровых бомбардировок отказались после Дрездена и Гамбурга, да. так что тут... Не, ну там не все перебить, вот смотрите, а в чем, только... в чем а вот Иван сейчас... Вот все-таки он исторический спектакль. Там нет ошибок, натяжек, придумок, как... Нет. как генерал. Вот я сейчас скажу, я когда вот и была дата процесса, значит, по телевизору очень много крутили, показывали как бы таких документальных вещей, и я увидел, что у нас в пьесе то, что Звягинцев автор писал, и там, то есть практически он брал в основном исторические факты, документы, исторические документы, и он работал над ними. А как там Нюрнберг-то показан? Через документы, через документальное кино? Да. Там есть фоном, очень хорошие да, документальные, кадры, документальные кадры, потрясающие. Вот я, например, их много по телевизору показывали раньше. Тут я тоже, когда увидел, я был в шоке. То есть это надо смотреть действительно. То есть там показывали ведь и Освенцим, и там Варшаву. Ну, и вот, там так настолько... Не то, что смакуем мы и всем это, но настолько лаконично. И даешь представление, что действительно это... Этому зверству нет оправдания. Никакого. И у меня есть текст такой, как после, значит, уже в финале, когда ведь они так и не раскаялись. И не вообще они говорили, что они солдаты. И виноват да. только один человек, который Ой, уже все сгорел. На него. Все, нет проблем. Да. И принято было великолепное решение, что на пиратском корабле виноваты Юнга и Кок. Уж если ты, тем более Кок, как Сильвер, такие бывают. Уж если ты оказался, извини. Но тогда надо действительно казнить всех немцев. Угу. Все виноваты. Ну, про это, так сказать, как говорили, так сказать, все представители, будем говорить, таких как бы прогрессивных Держа. Человечества. Да, что да, действительно. И вот интересно по Филину. У меня текст таков, что я говорю как бы словами «тогда», но я говорю сегодня, если я ему говорю, что процесс нужен, юридически безупречный и все прочее. У меня молодой человек говорит, мой как бы... Вот тот, который он опекает. Да, опекает, да, который я... Зачем не нужно? Не нужно, зачем перебить, перевешать и все. Нет, международный процесс. Но я говорю, смотрите, и дальше текст есть. Пройдет время и будут говорить, это мы напали. Так и выходит. Мы сегодня же так и выходим. Да, да, Суворов там со своим ледоколом. Конечно. Да, да. Посмотрите. Хорошо. А что Кстати, просил, извините, режиссер спектакля Даниил Донченко, заслуженный артист России. Да. Вот что он-то внес? Как вот по сравнению со Звягинцевым текстом, что там придумано? Ведь Даниил известен своими режиссерскими находками. Вот это интересно. Ну вот я могу сказать... Просто в 18 году новгородцы видели в филармонии как бы первую серию, назовем это так, «Новгородский Нюрнберг», ага. «Да воздастся вам». Там чисто историческая все-таки реконструкция на основе документов, более документальный такой спектакль. Так и называлась документальная драма, ага. жанр. Здесь все-таки театральный спектакль. Здесь вот эта любовная линия сюжетная, она все-таки придумана.
Но вот все, что касается именно процесса Нюрнберга, это действительно на документальной основе. И вот по поводу фильма хотел добавить. Поначалу, ведь инициатором Нюрнбергского процесса был Советский Союз. И союзники хотели, посудим, осудим, сроки и все такое прочее. И вот это благодушное настроение было сломлено вот тем фильмом, который Советский Союз показал на этом процессе, об этих ужасах, что творили немцы в Советском Союзе. Все были шокированы, судьи, журналисты. И процесс тогда повернулся просто на 90 градусов. Тогда же ведь нескольких граждан там, помните, автобусы ходили там ведь недалеко до некоторых лагерей-то концентрационных, да. И там показали, да. Печи и так далее, и люди. Вот, и... А все-таки вот режиссер... Вот как раз Донченко, да. Что он сделал? Он внес в эту пьесу вот те документальные кадры. Угу. Он принес вот тот шок, который все ощутили на Нюрнбергском процессе. И он очевиден, после, да? Этого фильма. Здесь выжимки, здесь чуть-чуть, всего ничего, но это действительно шокирующие кадры. Ну и после еще, этого, конечно, поворачивается сознание. И, конечно, сознание. Задача режиссера, и молодец Даниил Донченко в данном случае, что военную ведь вещь, пьесы очень сложно играть, тем более сегодня, если бы у нас были там... Это звучит, может быть, сегодня не совсем как бы это патриотизм такой, немножко можно... Много штампов накопилось за эти годы. Да, потому что много... После войны понятно, когда были спектакли, фильмы, да и фильмы есть хорошие, сейчас есть хорошие, наверное, в войне. Вот. Но здесь, тут нельзя, вот нельзя солгать. То есть фальшь может быть в нашем в исполнении, чуть-чуть переусердствуешь, и это зазвучит по-другому. Вот Даниил как раз, он и стремился, он, может быть, аккуратненько так, чисто актерски, может быть, он понимал какие-то вещи, и, в общем-то... Иван Васильевич, тогда вопрос. Вот сразу после войны, в 50-е годы, англо-американская сторона и наша рассматривались как антагонисты. Там разведчики придумывают лишь бы и так далее. В 60-е все-таки эта тема немного сошла. Это все-таки были союзники. На Эльбе встреча. Воевали как бы вместе. Там тоже много воевали. Хотя пытались доказать, что там у них легкая прогулка. Ничего подобного. Начиная с пляжа Омаха и заканчивая Окинавой какой-нибудь. Да. Вот сейчас, как вы думаете, какое пришло, как теперь трактуют вот это противостояние цивилизаций, как мне кажется, американо-английской, и советской? Ну, здесь вот если смотреть по нашему спектаклю и по этой пьесе, здесь особо нет у нас таких акцентов. Вот чисто, Не об этом. Только у меня существует, убеждая молодого человека, что должен быть, и я отталкиваюсь от Сталина, как бы есть текст, а товарищ Сталин, если Черчилль говорит повесить, расстрелять, Рузвельт тот и показать, то Сталин сказал, нужен процесс. Уважаемые новгородцы, разрешите от себя лично, от коллектива СПК «Ливочский» поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, отсутствия всяких болезней и пандемий в следующем году, счастья, любви, успехов, хорошей работы, хороших доходов. В свою очередь мы благодарим вас за покупку нашей натуральной молочной продукции и в следующем году предложим вам более широкий ассортимент нашей продукции для того, чтобы вы питались натурально и здорово, и были здоровы. С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, успехов, любви! Весна. Меняетесь вы, мы остаемся. С вами 10 лет. Ваши такси. 3 семерки, 3 шестерки.
Бюро приключений 53 тура приглашает вас 22 января на творческую встречу с Сергеем Африкой Бугаевым. Художник-авангардист. Главная роль Ассы – тот самый мальчик-бананан. В разное время участник групп «Кино», «Аквариум», «Звуки Му» и «Популярная механика». Телеведущий программы «Взгляд». 22 января в 20:00 в зале культурного центра «Диалог». Подробная информация по телефону 700-053. Ресторан «Юрьевское подворье». Новое меню с традиционными русскими и исконно новгородскими блюдами. Телефон для брони 78-80-02. А вот любовная история, ведь, насколько я понял, вот Мещерская она, или она теперь не Мещерская, Гагарина. Княжна она Гагарина. Эмигрант. Ведь 45-й год – это возвращение разного рода перемещенных лиц. Вы помните, что творилось. И я в истории фотографии есть несколько таких пронзительных снимков, когда расстаются влюбленные. Да. Когда да, вот очень это много. Все они познакомились. Конечно. Там, во время войны же это очень много. Вот было. Здесь об этом, о разлученных людях, о любви, о невозможности есть любви. Есть тоже, тоже, и которые помешали им, разлучили. Но Даниил делает очень хорошо, и он, наверное, автора попросил, по-моему, вначале да, и не было. Придумал дописали, Даниил. Дописали, что в финале, я не буду говорить, так, потому так, что так. Это не совсем будет хорошо. В финале очень любопытно, я когда уже как бы не участвую в финале, в этом уже прошло время, и я, наверное, уже умер. Потому что бог, так финал переносится на 70-е? Конечно, на наше время. На наше, да. Да, я не буду говорить эту интригу 59. Любопытную. Так, да. Так, и мне это понравилось. Ну, а ваш Филин, он ушел как бы непобежденный, уверенный в своей правоте и так далее. А он ушел так же. Он ушел после Нюрнберга Германия, он уехал в Японию. Там еще там в же Токио процесс Токио. А был процесс Токио, да. Да. И туда же молодой человек. А ваш персонаж, вот он-то куда делся? Сел, погиб, застрелился. Нет. А он не стрелял, он говорил о прекрасных вещах. Как Ницше. Да, более того, он ненавидел Гитлера и вот этот фашизм весь, потому что они исказили прекрасную идею. Вот то есть он не виновен вроде ни в чем, но корни именно там. Вот как выложена дорога-то в ад, какими прекрасными идеями она выслана. Да. Но хотя прекрасная идея о превосходстве арийской расы, наверное, не назвать. Вот это... превосходство, вот в этом и червоточина. А то, что прекрасный мир, совершенный человек, вроде все хорошо. Нет, Анатолий, совершенный человек – это самое опасное, что может быть в этой жизни. Это мы уже знаем. Может быть, вы помните фильм «Большая перемена», как пытались Генку Ляпишева превратить в совершенного человека. Не нужно этого делать. Да. Это страшное занятие. Конечно. И заканчивается оно как раз вот созданием разного рода. Сразу монстров, появляются первый сорт и второй сорт. И третий, и четвертый. Угу. Хорошо. Вы рассчитываете на успех этого спектакля? У кого? Какого зрителя вы ждете? Дело в том, что у нас была сдача и показ автору он приезжал. То есть мы два раза уже играли, и какая-то часть небольшая приглашенных наших знакомых, там разного возраста была. Взрослые в слезах, молодежь в слезах. Да. То есть там есть и такие... Абсолютно. Там нельзя быть равнодушным. И возрастного не разделения нет. Человек. Оно для всех. Мне кажется, даже, вот хотя Даниил, мы говорили на эту тему, он говорит, что там 16+, или что-то даже такое. Да, 16+. Но... Мне кажется, надо раньше все это дело показывать. Мне думается даже, потому что на сегодняшний день это может быть... Там психологически очень нет, сложно. Школы в этом плане об этих делах очень мало знают. И о процессе. И обо всем этих. Мне думается, и о том, что они увидят, вот этот вот, ну, это геноцид чистейший, конечно. Потому что у меня даже вот есть друзья в Германии, как-то был разговор, и он говорит, ну вот, Вань, вот так, я говорю, понимаешь, Яковлевич, у меня погибли два дяди, папа воевал, да? Я не могу, и я не видел, может быть, этих кадров столько, но я все равно не могу простить вашей нации. Мы дружим, да, но я не могу. И здесь, когда я посмотрел, я говорю, нет, не знаю. Не я нации, не могу. А нацистам все-таки надо разделять. Нет, я не знаю, конечно. Иначе получается опять то же самое.
Иван Васильевич, они плохие, мы хорошие. Бросилось в глаза, что в Германии в антикварных магазинах нет ничего связанного с этим периодом. Конечно. А в Греции, например, там и у нас, вы знаете, что есть целый, ну, как бы, такая рубрика, называется «Рейх», и можно и то, и сё, и пятое, и десятое, и везде. В Германии абсолютно, специально потом стал смотреть. Нет, Германия для чего, это понятно. Денацификация? Да. Это понятно. И сейчас, на сегодня, вот со Звягинцевым мы когда беседовали немножко, он и говорит, что сейчас очень много стран, больше 40 или 60 стран стали типа объединения или что-то, я не могу точно сказать. Фашизм поднимается в этих кругом странах. И надо. И у меня опять же есть текст. Эту гидру, вот это вот зло, которое нужно давить. И это дела людей доброй воли. Потому что это действительно... Посмотрите, что идет. Это кажется так. И до, и перед войной так же. И сейчас, поэтому я отталкиваюсь от того, что кто смотреть, ваш вопрос, кто будет смотреть. Да. Мне думается, и хорошо бы, что даже могли бы какие-то творческие встречи быть. Или же после спектакля какие-то обсуждения. Наверное. С детьми, со школами. С историками, да, да, вот как бы есть. И не только, да, пусть, да, взрослые тоже даже. Дмитрий Осташкин, который как бы консультировал. Конечно. Да. Вот у меня вопрос, какой еще возник. Но вот вы понимаете, сейчас настолько много разного рода визуального шума. Очень много ужасных кадров. И мне кажется, уже не достучаться даже вот этими фотографиями печей и всего остального. И, может быть, сейчас есть путь вот как раз через художественный образ, через историю влюбленных, через какое-то стихотворение, как-то обойдя вот эти лобовые вещи, которые раньше убивали на Нюрнберге, да, сейчас они уже, может быть, не рассматриваются как необычные. Посмотрите любой фильм ужасов. Да, согласен. Если бы это показывались только эти кадры, но вот там, в данном случае спектакль эмоционально зрителя подводит к этому. Он снимает флёр привычности. Это становится свежим и неожиданным. Да. Смотрите, вот есть документальные кадры, да? Если актеры будут лгать, играя рядом, все, мы... Ну, документальный кадр. То есть сравнение не выдержит, да? И здесь у нас, вот вот честно, мы посмотрели, было у нас записано, это был спектакль, ну, не сдача. Еще сдача, да. И мы, было у нас время, и Даниил говорит, давайте посмотрим. Я посмотрел, я с удовольствием смотрел. Я же не все, как бы, я процесс репетиции, понятно, видел, но я же не везде в сценных зданиях. А здесь я смотрю на своих актеров, работают честно, добросовестно и не фальшиво. Не... Вот что это значит, честная работа актера? Это нет, не переигрывать, что ли? Нет, нет, есть фальшивые, понимаете, есть, ну, есть обозначить, героические, а есть прожить вещи, которые, да, надо пропустить сюда. И тогда это будет действительно. Тогда к вам вопрос. Вот я никогда, у меня из головы не выйдет кадр, который вы сделали в «Жизни и судьбе», или так называется, или по-другому. Помните, вы играли какого-то, у вас был эпизод буквально там 3 секунды. Но это у меня лицо никогда не выйдет из памяти и воображения. Вы здесь такого же мертвого человека играли? Или, наоборот, просто ошибся, заигрался? Вот что вы делали? Что актерски, кого вы играли? Я играл человека, который верит в то, что возможно идеальный построить мир. Рай на земле. Это его убеждение. А как вы были одеты? Что у вас за костюм? Обнищавший интеллигент. Ветхий пиджачок. Пальтишко. Пальтишко, да. Есть там одна сцена инфернальная. Вот как раз я почему говорю, что он мистический персонаж. Когда он из этого обыденного, простого философа вдруг превращается в монстра. Вот в того рыцаря в латах с клинком. Очевидно. Очевидно. В латах и прям с мечом. Да. Вот таким это вот Даниил, наверное, необычным придумал. Образом. Это его придумка, да. И это спектакль сделал. Выход, когда из человека в идею выходит. До утра бы сидели. Да, очень оформление к концу. Поэтому я призываю всех новгородцев, соседей, конечно, посетить этот спектакль 20 января, примерно, да? Ну и последующие и так далее. А вас благодарю
за беседу. Крайне было интересно. Друзья, благодарю за внимание. С редакцией вы можете связаться по телефону 638-005. Всего доброго. До встречи в эфире Новгородского телевидения. До свидания. До свидания.